Здорово, дорогие друзья! Сегодня интересное видео, в котором я расскажу вам, как сделать укол самому себе внутримышечно. Вы, наверное, скажете, а нахуя мне эта информация? Ведь, бля, я там вызову медсестру. Но не всегда есть возможность вот попросить там медсестру или, например, чтобы вам сделала укол ваша мамка, там, если она вдруг имеет эти навыки. Может быть такое, что вы там оказались где-то в глухой, ну, бля, в глухой, но тайге, где до ближайшей больницы, вот как у нас обычно есть там, да, дольше, чем раком до Китая, бля. И, например, ситуаций может быть много. Вас там укусила пчела, у вас там аллергия. Если вы не сделаете укол там в течение определенного времени, то вы можете просто-напросто сдохнуть. Вот я покажу вам, как это сделать, бля. Я сам очень волнуюсь, потому что я давно очень не делал это, где-то, ну, последний раз, года два назад. И вот для этого вам нужно сам, ну, препарат, бля. Название я вам показывать не буду. Ну, я сразу скажу, что это там не наркотики, бля. Это, ну, нормальный, ну, препарат. И вот дальше вам нужно шприц, бля. Для нормальных людей нужна еще вата там, бля, спирт. Но у меня ничего этого нету, поэтому я буду делать без, ну, без обрабатывания, но вам я так делать не советую, если вы там морал фак, ну и вообще есть там вероятность заразиться чем-то, бля, бля, занести что-то в рану, и тогда вы можете просто-напросто сдохнуть, поэтому строго-настрого запрещаю вам делать без, бля, обеззараживания. Итак, шприц, вот этот, хуй знает, как его открыть, бля, обязательно нужно вымыть руки, бля, если вы там вдруг ходили в туалет, вытирали жопу рукой, то вы можете вдвойне занести инфекцию. Бля, вот, так, вот такой шприц, бля, охуенно выглядит. Это с двумя иглами даже. Ну, мне две нахуй не нужны, поэтому я возьму одну. Сейчас гляну, ну, какая длиннее, и ту буду использовать, бля. Да, возьму вот эту, что длиннее, ну, потому что чем длиннее, тем обычно лучше, дорогие друзья. Так, надеваем, бля, шприц на иголку, бля, точнее, иголку на шприц. Вот так это все выглядит, бля. Так, дальше нам нужно открыть, ну, препарат вот этот, а, это называется ампула, и они могут открываться с пилочкой, а могут без. И вот это вроде как без пилочки, но я их никогда не открывал, хуй знает, ну, получится или нет. Давайте сейчас посмотрим. Блять. О, ебать, открыл, нахуй. Ну, только, правда, чуть разлил, ну, хуй с ним. Набираем. Что, все, что ли? Мало что-то. Еще надо. Все, заебись. Это одна ампула. Так, сейчас проверю. Ничего тут не осталось. Все должно быть до каждой, ну, капли, бля, использоваться. Да, вроде все. И еще одна ампула, дорогие друзья, еще одна ампула. Ну, то есть я буду две ампулы хуярить препарата, и вы, наверное, скажете, нахуя так много. Ну, а хули, дорогие друзья, ну, красиво жить не запретишь, как говорится, бля. Блять! О. Бля, не, на ковер не надо, это просто масляный раствор, дорогие друзья. Итак, вторая ампула. Может быть такая хуйня, что вы занесли много воздуха, и вам нужно сначала вот эту хуйню. Бля, я походу шприц сломал. Блять, неправильно ли я набрал его? Блять, да что за хуйня? Блять, ну долбоёб.
Одну секунду, дорогие друзья, но технические, так сказать, нюансы, бля. Сука. Так, все, сейчас будем набирать. Уже нормально, бля. Просто шприцы вот эти, они сделаны через жопу, бля. Блять, да хуйня какая-то получилась, бля. В общем, так получилось, что большинство препарата оказалось у меня не там, где нужно, бля, внутримышечно, оказалось внутри корова, бля. И это просто пиздец, дорогие друзья. Это, конечно, очень хуёво. Ну, хули мне поделать, дорогие друзья. В общем, бля, вот смотрите, и на руках все оказалось. Так, срок годности обязательно нужно проверить. Итак, теперь самое сложное. Бля, ой, я очень волнуюсь, дорогие друзья, очень волнуюсь. Бля, нужно об что-то вытереть руки, ну ладно, пусть с ним. Вот, дорогие друзья, как видите, здесь много воздуха, и вы, наверное, спросите, а как, бля, из-за этого ж можно сдохнуть. Ну, укол внутримышечный, ну, поэтому воздух не страшен, абсолютно. Ну, он, конечно, может, ну, привести, там, к ампутации ноги, но вот, как таковых серьезных последствий не факт, что будут, потому что с одной ногой можно жить. Итак, сейчас я, наверное, вытру руку, дорогие друзья. Все, я вытеру руку, дорогие друзья, вот как видите, ничего не вылил, все как было, то скажете, там, я наебал вас, бля, сейчас свет только выключу. Это, скорее всего, получится гайд, как делать укол не нужно, ведь я долбоёб, бля, как видите, бля, о, бля, а тут еще что-то осталось, сейчас его наберем, бля. О, охуенно, чуть больше, не знаю, как правильно надо посчитать, ну, в общем, достаточно, ну, получилось, в общем, воздуха тут больше, чем само лекарство, ну, получилось, ну, и хуй с ним, да, дальше, что нужно сделать, нужно вот так взять левой рукой, если вы, ну, колите правой, и сжать вот так вот эту мышцу, это называется мышца, бля, мышца, ноги, да, мышца ноги. Дальше вам нужно вести сюда шприц, бля. Это может быть очень больно, если вы боитесь, но я очень боюсь, бля, и у меня, ну, буквально все трясется, нахуй. Это просто пиздец, дорогие друзья. Я реально очень боюсь, ну, раньше он когда-то делал, но сейчас, бля, я уже забыл, как это делается. Ой, бля, у меня что-то и желание пропало, ну, колоть, бля, ну, ладно, хуй с ней. Так, я реально боюсь уколов. Так, вводим, бля.
гулять. Она аж отскочила обратно. Сейчас попробую в то же самое место ее воткнуть. Я просто не был готов. О, все. Вот, смотрите. Игла вошла, ну, фактически до конца. Фактически до конца. Вот, видите, бля. Так и нужно. То есть, нужно глубоко в мышцу хуярить. И сейчас нужно, очень важное событие, нужно оттянуть немного шприц, чтобы проверить, не попали ли вы в сосуд, бля, если вы долбоёб. Потому что если масляный раствор попадет в сосуд, то вы с большей долей вероятности сдохнете. Все, я ввожу шприц, бля. Ой, ну, точнее, препарат, бля. Ой, бля, и нихуя себе как больно. Это можно делать быстро, можно делать медленно. Я делаю быстро, потому что мне скоро на работу хуярить. Бля, воздух в мышцу захуярило. Оно, конечно, не очень приятно. Все. Эксперименты над, бля, телом, можно сказать, завершены. Ой, бля, где эта хуйня от шприца? Вот. Как видите, все до последней капли ввел. Нихуя не осталось. И, в общем, дорогие друзья, вот все, чтобы вы не думали, что я вас наебаю, бля. Ну, как видите, я не сдох, а значит, я не попал там ни в сосуд, ни попал мне воздух в сосуд. И, ну, это, на первый взгляд, неплохо. Неплохо, бля. Ну, то есть, была вероятность, что я сдохну. Обратно ничего не вылилось. Ну, так что все заебись, дорогие друзья. Ни в коем случае не воспринимайте этот гайд, ну, как напрямую инструкцию, как делать укол. Ведь я долбоеб, я что-то сделал не так. Но если там вам нужно срочно, я думаю, вы не будете на ютубчике вот много перебирать видео, если у вас там вопрос жизни и смерти. В таком случае вам лучше сделать его так, как я, чем не сделать его вообще. Так что, если понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео. И никогда там не используйте наркотики, потому что это все вредно. Я, ну, колол совершенно не их. Ни в коем случае не пропаганда наркотиков, не пропаганда каких-то запрещенных веществ. То, что я уколол, останется в секрете для меня и для вас тоже. О. Вот даже след остался, видите?